Прием-прием, здорово всем! С вами Хилл Хёрдс. Да, Соулслики посоветовал игру Кошак, говорит, она бесплатно в Стиме 4 или 4 или 28 августа вышла. Я, честно говоря, запамятовал, по-моему, 4. Так вот, только английский language, ну, я думаю, мы справимся. Ну, это, ну, сейчас посмотрим, ребята, сейчас посмотрим, что это такое, с чем это идет. Я играю с геймпада. Слушайте, ну, я явно хочу заметить, что оптимизации нет. Вот, знаете, бывает такое чувство, ты только зашел, переката нет на ноль, ну вы шо? Господи, перекат на X, ну кто? Это явно человек не вдохновлялся Dark Souls'ами. Бабадзакич бы не одобрил. Ладно, давайте не будем ныть. Ёж твою мать, а какой надмозг ты это сделал? Зачем? Зачем ты это сделал, друг? Мать моя, это вдохновлялся не Охой, я все понял. Я все понял. Ну ладно, хорошо. Так, может, это и прыжки еще есть? Basic Combat. Ага, главное лок цели на RS, но он не работает. Ага, работает с 10-го раза. Как-то, знаете, боевая система попахивает слэшерцой. Вот, потому что она не на вампира. Слушай, физика грудей есть или нет? Не пойму. Если физика грудей есть, то я не буду настолько жесток к этой игре. Ладно. У меня олень наполовину заполнился. Что будет, если мы его полностью заполним? Я не знаю. Алтарь, хорошо. Ну-ка. Алтарь найден. Ну, очевидно, это костер местный. Хорошо, мне просто интересно, с каких ассетов эту игру... Я сейчас все кнопки жму, чтобы найти. Есть атака после доджа. Что-то какая-то всратая атака, ладно. Не будем судить строго, ребята. Игра бесплатная. Надо, наверное, execute сделать, окей. Дело сделано. Ну, пока очень тяжело судить. Ну, знаете, чуть-чуть просвапилась по ходу игры, и нормальная оптимизация стала. Блок. L1, ну это я могу, давай. Хоба, ой, как я заблокировал. Ну, просто посмотри, мастер блока. L2 used to heal. Ну-ка, как это будет происходить? L2. Окей. Не знаю, на какую кнопку спринт, я все еще ее не нашел. Я бы сказал, игре динамики не хватает. Прям Short of the Fallen. Activate Blood Thirst Stat. Я забыл, на какую кнопку, если честно. L2. Блин, я забыл, на какую кнопку, честно. Честно забыл. А, я смог. Ой-ой-ой, как лагает, маманя. А как я это сделал? Не понял, как я это сделал, ну да ладно. Рискну предположить, что игра не считывает все нажатия, какие я нажимаю. Одно и то же добивание против всех противников звучит очень бюджетненько, но... Игра бесплатная. Чё ты ноешь вообще, псина? Тебе предложили бесплатную игру, которая пахнет Dark Souls'ом. Ты должен просто писаться от счастья, а не находить какие-то недостатки. Правильно? Правильно. Так что игра балдежная, ребята. Вау-вау, неужели это будет босс-файто? Блин, такая аппетитная ягодица у него левая. И я немножко засмотрелся. Так, ну там какой-то знаменитый, элитный боец Асина. Вот я суперсилу хочу, не могу. Я не помню, как я в тот раз активировал суперсилу. Я хотел бы воспользоваться ею еще раз, но я не могу. А есть перич? Не похоже. Я могу не добивать его, что будет? Нет, я не могу его просто убить. А, нет, могу, окей. Дверь выглядит активной, то есть я сейчас в нее зайду и буду красавчиком. Но сначала я обыщу все вокруг, с вашего позволения. Блин, я бы хотел спринт найти. Без спринта, знаете ли, грустно. Это у нас... Блада 200, да. Звучит как-то... немногообещающе. Не могу. I can't open it right now. Говорит мне игра. Ну, на самом деле, я говорю. Но рискнем предположить, что это говорила игра.
Так, с элитным сексуальным мужчиной мы еще успеем подраться. Сначала алтарь. Алтарь найден, и это, знаете ли, это... О, что сработало? Перекатыч нам нужен, окей. Не могу понять, как это все через жопу работает в этой игре. Ну, а чего я от нее ащпе хотел, как говорится. Уверен, потом мне спринт дадут когда-нибудь. И преподнесут, типа, пользуйся, братан. И это для тебя, братишка. Что-то опять сработало. Не понимаю, как она работает. Как не работает. О, ничего себе, продуманные короткие дороги. Только посмотри на это. И это было просто восхитительно. That was so amazing. Наверное, не буду у костра сидеть. Ну, погнали тогда на этого. Опа, подожди. А это что такое? Это выглядит как короткий путь куда-то. Ну что, секси-мен, снимай трусы. О, да я тебя закручу, как девчонку. Вот силу хочу оленя позвать. Сила оленя, приди на помощь. Вот сила оленя пришла, балдежно. Начинаем его трогать. Ребятушки, наносим урон. Забавно, что я так понимаю, не вижу его полоски стамины. В плане того, я не могу ему выбить. Макс Дирхарт. Не могу ему выбить... А так подожди, не сюда надо было идти. Не могу выбить стамину, чтобы сделать critical hit. А куда же тогда идти? Может быть, дверь откроется? Либо я могу делать джамп? Нет. Может, я что-то упустил? Да, я что-то упустил. Я по привычке на RB жал, чтобы ударить. Но это же не Dark Souls. Водос, что ты делаешь? Слушайте, да блин. Это интересно выглядит, то есть... Брать не буду, как бы это не было лучше того же Хеллпоинта или того же Дальмена. То есть при всем при том выглядит очень недурно. Так, подожди, подожди, что-то тут генг-бенг. А я не хочу быть генг-бенгнутым. Оленя не могу позвать, мне нужна сила оленя. Пожалуйста, отлично, сила оленя со мной. Сегодня я чемпион оленей. Сюда. Магу всечь надо еще. Пока сила оленя есть, надо еще и мага натянуть успеть. Снимай трусы, мистер маг. Олень пришел за тобой. Вообще балдежно, я прям начинаю втягиваться, и мне... Ах ты, псина, вот это, конечно, ублюдство, то, что их надо добивать. Вот, вот за это просто, блин, прям... Прям вот я бы сказал разработчику, кто он? Shard of the Vigilant. Red Sarah, Summon, Sarmer. Я вроде уже и так это умею делать. Вы, наверное, думали, я забыл, и я ничего не забываю. Немножко блада дали. Балдеж, я по привычке жму левый стик, чтобы... Думаю, что я бегу быстрее, но это так не работает. Ну да ладно, ну да ладно. Ну как минимум надо до босяу дойти. Надеяться, что свет не выключится внезапно, как это у меня бывает в последнее время. И ништяки светятся, как я не знаю что. Как будто там 18 супергодных ништяков лежит. Ну, кое-как натянули. Могу вниз спуститься. Наверное, теперь с другой стороны дверь смогу открыть. Ну, прям как в Dark Souls, ребята. Ну, это же... Это все. Я чувствую запах мастера. И это у нас автомобиль. Нет, это немножко крови. Интересно, будет ли потом новое вооружение, новое обмундирование? Я бы хотел какие-нибудь красивые стринги, защищающие очень сильно нашу героиню. Блин, без хилок на босса идти такое себе на самом деле. Сила оленя. Поможет нам, как всегда. Сейчас натянем. Пацаны, помогайте мне. Отлично. Запинали одного. Силу оленя можно выключить. А, они вообще не опасные. Так, а как мне взять лут? Я бы хотел взять лутецкий. Так, давайте, наверное, засейвлюсь. Как мне восстановитесь? Хилки. Как? А, нужно было еще раз нажать. О, ничего себе, тут смотри, тут можно прокачка. Маманя. Стрэндж выглядит, ну, выделено очень сильно. Поэтому, наверное, давай вот так, чуть-чуть вот так. И Вигора чуть-чуть. Да, без Вигора. Разберемся. Уже я сейчас игру, походу, пройду. Не бесит то, что я не могу кнопкой B выходить из... Ну, если типа под меню. Вот это меня бесит.
Осуществляю недовольство. Честно, я прям 100% был уверен, что это арена с боссом, но нет. Воу, ребятушки, а как же мне вас натянуть-то? Буду натягивать этого первого, а потом твою подружку буду брать. Давай-давай. Добивайте. Если тут еще и фреймы неуязвимости есть, то вообще то походу есть. Походу реально есть фреймы неуязвимости. Так, ну тут очевидно сила оленя. Без нее просто никуда. Первым делом рубим мага. Маг зарублен. И теперь вот этого говнюка надо успеть. Да кого ты, дрянь, сутула, не этого бить надо. Ну какое тут дерьмовое управление, конечно, это шок. Управление просто говном воняет. Ну ты мудила, конечно, стейросовый. Тем не менее, мы его победили. Опять могу силу оленя позвать. Не могу. Олень, ты где? Мне нужна твоя сила. А, понял. Просто до этого она не всегда была заряжена. Понял, плюс принял. Нормально, пацаны, напинали ему. В лучших традициях. Здесь мы с вами ради чертовзе арканизм. Без понятия, как это использовать к своему величайшему сожалению. Быть может, я это как-то сломать должен? Я ни в чем не уверен, ребята. Слушай, ну если эта игра будет как минимум не короткая, то, блин, это же балдежно будет. А вот смотри, есть заход. Уж ладошки вспотели. Так, волнительно играть в этот проект. Так, ну этого я, наверное, натяну. Сейчас со спины ему пару бэкичей накидаю. А, это какой-то элитный дядька. О, какой. Нормально такой трахер. Окей, это не босс, но он, мне кажется, он жестче босса. Так, вопрос. Мне снова со всеми драться? Да, мне снова со всеми драться. По своему опыту скажу, что это прям экстренное ублюдство такое делать. Прям экстренное ублюдство. То есть, чтобы с этими подраться, мне каждый раз надо все это проходить. Немножко говной воняет, ну ладно. Два удара, он бить должен был на третий. И комбинацию делает, я понял. Ну, кое-как, ладно. Пойдем главного трахера планеты побеждать пытаться. Не факт, что у нас получится, полечусь пока не поздно. Силу оленя позову на помощь. Иди сюда, петушок. Нормально, пошел развал. Осуществляем развал. Главное не дать ему нанести урон. Ниже напущен, попущен. Сила оленя решает, качаем ее, я понял. Зачем что-то придумывать? Качаешь силу оленя, нагибаешь. Прям как в Dark Souls и алтари гасим. Господи, ну это тупо exactly как в Dark Souls. Только посмотри. Кошак не обманул, играет правда восхитительно. Все, я теперь, наверное, ничего не буду записывать, пока не пройду этот великолепный проект. Шедевр. Не побоюсь этого слова. Без понятия, что это такое. Я могу пройти? По идее, я к костру вернусь, если я правильно понимаю. Да, да. Все так, все есть. Коснись только рукой. Планеты в танце закружились нас тошнотой. А куда дальше? Очевидно, где-то еще... А, еще один алтарь, мы пройдем дальше. Все, цель вижу, препятствий не вижу. Как спринтить в этой позорной игре? Игра, алло. Алло, я не понимать твоих намерений. И это у нас гигалут в виде макс сердечко. Балдежно. Так, главное трахера не спугнуть. Твою мать. Мистер Петух, ну что ж ты вышел на меня-то, а? Ну со спины бей, я снова бью на РБ. Я дурачок, я привык играть в Dark Souls. А это не Dark Souls. Это лучше. Хитбоксы, мое почтение. Здесь просто чемпион хитбоксов делал хитбоксы. Ну, дело, как говорится, сделано. Можно, кстати, прокачаться было бы. Было бы не ошибкой, думаю. Как подлагивать начинает. А, я могу и туда еще пройти. Блин, тут столько всего собирать, вы даже себе не представляете. Ладно, погнали. На максимальной скорости не поймать меня за покорности. Так, давай, наверное, качнемся. Давай, Егора, чуть-чуть. То что-то нас натягивают. Как в лучших домах твою мать, Лондона. Не то нашел.
Блин, а если я сейчас не смогу туда телепортироваться? А, нормально, это последняя локация, последний телепорт в этой локации. Интересно, насколько длинная игра, вот это очень интересно. Хотелось бы знать факты, цифры нужны, цифры, цифры. А, так я туда не... Нет, попаду, нормально. Все сошлось. О нет, ну у меня есть сила. Если я сильный, то я побеждаю. Дело сделано. Выключаем оленя. Нормально. Собираем весь лут, который сможем найти, просто потому что я люблю лутаться. Меня хлебом не кормит, дай полутаться. Кстати, совершенно не обращал внимания, сколько за противников дают мне опыта. Хотя стоило бы. Не уверен, что их надо побеждать. Но я, наверное, попробую. Так, нажимаем кнопку B. And now we can go forward. Сейчас с говнюками драться. Ну, придется. Ой-ой, а что так больно-то? Кто же знал-то? Дядя, не бей. Не та кнопка, а нормально та. Олень, иди сюда. Блин, хочу оленя позвать, но не дают. Вот это был perfect dodge, на секундочку. Не могу оленя использовать, почему там? Вроде пробили. Так, сейчас один момент. Так, мы, собственно, продолжаем КВН. Вроде как сюда путь открылся. Ни хрена себе. Геймпад нагрелся. Батарейка сейчас. Микрофон повыше нагрелся, пока я тут лицом торговал. Нормально. Случайно дополнительно того парня задели. Так, а вот тут, кстати, злые ребята. Я даже не уверен, что я соло их разнесу. Попробовать, конечно, можно. Это, по-моему, очень злой. Хрена сидеть. О, это надолго. Вы что, шутите? Ну, попробуем. Не успел. Был в анимации залочен. Вниз пока не поздно. Сейчас оленя наберем и натянем его. Отлично. Perfect berry. Олень есть? Олень есть. Отлично. Ну все, снимай трусы, братан. Может быть, урона ты немножко нанесешь, но я тебя победил. Выключаем оленя, лечимся. Там еще один такой же. Давайте начнем с этого. А, закончим уже тем. Ой-ой, братик. Блин, это маг, твою мать. Тебя прозевал момент, что это маг. Ой, какой тычок профессиональный. Нелегальный, колоссальный. Слушайте, балдежная игра. Для своей бесплатной цены это просто топчик. Ай, у нас чешется. И сил оленя нет. Есть, отлично. Заряжаем и разряжаем. Да ты там мансишь, дядя. Анимации достаточно долгие, не всегда получается прерывать, если тебе нужно. Но я думаю, опять же, к этому можно привыкнуть. Было бы, как говорится, желание. Что это у нас? Желтые обычно скиллы. Нет, это сердечки. Не пойму, игра будет заканчиваться или она бесконечная? Бесконечный, то это топ of the top. Прям реально такой топ. Давай, давай, наносим урон, дядя, не бей. Да ты, меня чуть бомж сейчас не трахнул. Мистер бомж, давай без проникновений в мою личную жизнь. Что творит эта собака, ты просто посмотри на него. Он просто ультимативен. Все хилки высосал. Пес. Вы же не будете меня трогать? Это значит, Билки Шорт of the Executioner. Эх, кто тебе читать обучение будет? Камон. Нормальный парень сам во всем разберется. Почему он на другую сторону стоял? Это явно что-то должно значить. Знать бы еще что. Я начинаю втягиваться в это, мне начинает балдежно нравиться, я начинаю возбуждаться. А большего мне, как говорится, и не надо. А зачем? Зачем, если и так все хорошо? Лута набрали. Ууу, сейчас я буду сильным и мощным. Давай. Оферблад, стрэндж. И вот это сюда. Apply, погнали. Не-не-не, no-no-no, back-back-back-back, go back, leave. Немножечко ублюдское управление, но камон, ко всему можно привыкнуть. Блин, я уже босс, если честно, хотел, а не вот эти вот... Дурацкие арены. Слушай, это будет тяжело. Надо мага пробовать выключить из игры. И я не на эту кнопку вернулся.
Мага добить. Отлично. И при помощи оленьей силы натягиваем мужика. Сила оленя сработала, отлично. Вроде блочил. Чуть убили? Не убили. Жив цел орел. Нагибаем. Отлично. Тяжело, но мы справляемся. Мы силу выключай, мы справляемся. Да, мы явно не пойдем. Это, по всей видимости, собор из Dark Souls. Потому что очень похоже, согласитесь. Думаю, что кто-то будет спорить. Пацаны, давай по одному. Чё от вас до хрена? Дюжи до хрена. Тих-тих-тих. Я в анимации их неуязвимости. Ну что ты пытаешься, дружище? Но ты же должен был понимать, что я подготовился к этому всему. У тебя нет шансов. РТХ работают. Вкуснятина. Слушайте, если начинал было около 90-100 FPS, сейчас и даже 140 проскакивает. А нет, вот опять 90. Слишком много эффектов. Ну я, наверное, силу использую. Что-то их тут много. Слушай, я походу прокачал этот Bloodlust, и урона теперь наношу просто гигалиард. Что мне очень нравится. Еще одна? Ну да, с той стороны. И мы туда не пройдем. Или пройдем? Ну-ка. Не, вряд ли. Обычно, если можно пройти, это как-то показано. Хотя бы, как говорится, как-то. О нет, дядька неприятный. Ладно, давай, от блока будем играть. Не успел. Не успел два раза, полечусь, пока не поздно. Тихо-тихо-тихо, я же лечиться делать, я просто полечиться хотел. Ну что ты начинаешь? Я ему всю стамину обратно восполнил. А если сильный? Пробивает, выбивает, разбивает балдежно. Надо было сильную атаку использовать, понял? По 600 с обычных работяг дают, нормально так. Будет эффективнее в 1000 раз. Я почти не потрачу силы, зато быстро его развалю. И не потрачу хилку, что куда... Блин, вот это неприятно. Это куда важнее. Надо чуть-чуть силы набрать. Я обосрался, да. Слушайте, давайте, наверное, мы такую пробную серию запишем. Если вам зайдет, вы пишите, мы продолжим. Пока что премного. Всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. На самом деле, очень интересная игра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.